Харьков, Львов. 19:30. Шестая платформа. Вот мы и в седле. Напарник мой Владимир, компаньон. Едем в Киев. Вот, заселились в купе. Вроде все нормально. Так что благоприятно все. Сейчас. О! Наше пивко. Еще. Да. Поедем с комфортом. Ну что, друзья, ночь прошла быстро и бурно. Уже и Киев. Вот, да. Ничего не видно, правда. 4:30 утра. Ну что, вот мы и в Киеве. Вокзал. Должны нас встретить. Скоро. Ждем друзей. Ну что, нас встретили. Алексей. Привет. Вот, сейчас поедем в Белую Церковь. Ну, не сейчас, прямо 5 часов утра. Думаю, куда-то заедем, позавтракаем, а потом погоним смотреть наше оборудование. Чтобы так каждый день ездить на работу. Ну да. Да, Киев непривычный, конечно. Утренний. Дороги пустые. Здорово. Охраняешь? Или пиво продаешь? А? Кот-то киевский. Ну посмотри же на меня, ну что? Нарочно не смотришь. За деньги. Я ж с тобой разговариваю, на вообще отвернулся, да? Да. Вот, Андреевский спуск, тишина, утро и коте. Стрижем брейм, наливаем. Эх, зашел бы я к вам. Вот он, Софиевский собор. Дон Хмельницкий. Весь зарос каким-то плющом. Софиевская. Красивый храм. Золотые ворота, деревянные. Они же деревянные. Да. А что золотые? Да история перечитывает. Ярослав Мудрый. Ну вот со всеми батьками местными познакомились, поздоровались с вот Ярославом Мудрым, с Шевченко познакомились и с Хмельницким. Приезжаю на Крещатик. На Крещатик, да? Чатик. КМДА, это город администрация. А я думаю, что это Рада. Это тут здесь сидит Кличко. Работает, да. А я вот поэтому ошибся тогда. На велосипеде ездит. Недавно смотрел, на мотоцикле ездил, дороги проверял. Да. И... Даже так. Бессарабский рынок самый дорогущий для иностранцев. Да. Так и есть. Я там щуку видел где-то 1000 гривен. Я просто. Ну что? Да, там сало за 1000 гривен.
Нормально. Ну, сало и щука — это ж такие продукты, которые привозят, наверное, с Бразилии, с Америки, да? Да, с Марса привозят. С другой планеты. Вообще. Готика. Кстати, внутри тут идет линия метро под землей. Внутри очень чувствуется вибрация. Он не рабочий вообще. Даже зайти можно, в принципе. Да. Вообще как Саграда в Барселоне, да? Да, 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 да. А снимать нельзя, да? Нельзя снимать. Здесь можно. Там служба идет, да? Ну, к сожалению, в зале снимать нельзя. Вот такое путешествие у нас немножко. Спасибо Алексею. Да не за что. Я хоть сам Киев посмотрю. Да. Ну и нам показал красивый старый город. Да, очень интересно. Никогда не был в Киеве. Ну, как бы был, все по делам, проездом. Вот так ничего не видел. А тут как бы посмотрел. Классный город, особенно старый город, так вообще замечательно. Вот мы, да, въезжаем в Белую Церковь. Скоро будем смотреть наше оборудование. Странно тоже, да? Окраина. Въехали в город, как бы, а города нету. Поля и дорога. Так, вроде мы подъехали, вот нашли ворота цеха пивояра. Но нас не ждут. Сказали, скоро подъедем. Подождем. Нам спешить уже некуда. Дождались мы представителя пивояра, Сергей. Да, сейчас пойдем смотреть оборудование. Наконец-то. Заходим. Ага. Готово. Вот это уже наше, да? Сейчас. О, так нормальные. Ого. А как тут разобраться? Разберемся. Там все написано. Я понял. Так, смотрим. Это наш дополнительный отварочный бачок на 100 литров. Интегрирован в систему уже. А тут дополнительный насос будет, да? Дополнительный насос будет на отварочный бак. Ага. Женей мы встречались, пивовар. Получается у нас варочник. С водой уже. С каким-то налетом. Варили уже, что ли? Грели. А? Грели. Грели? А там какой-то налет там. Мыли оборудование, понятно. Моторчик.
Это труба у нас для вывода пара. Ну и как, нравится? Так, это у нас блестит. Фильтр. А, блестит вообще. Это дробину достал. Ну да, сейчас посмотрим, что тут у нас. Мешалочка для разрыхления дробины. Тоже очень хорошо закручивается, мягенько. Сетчатое дно, фильтрующее. 4 сегмента фильтрующих элементов. Такая вот разрыхлительная система. Насосики. Вот, чтобы стеклянная, чтобы смотреть качество сусла. Насосики, краники. А, он тут побегать с фиксатора. Я понял. Фиксаторами. Здрасте. Так, сейчас полезу в ЦКТ наш посмотрю. Зеркальный швок. Такое, все блестящее. Оу. Да. Моется, моется. Ага. То есть все краны, которые сюда монтируются, они на съемных клампах. Ну, кламповые, да. Полностью, ничего, никаких мертвых зон не остается. Молодец. Нижний патрубок тоже на планке. Самое главное в ЦКТ-шке — это ее чистота. Это да. Когда все снимается, все можно хорошо помыть. Дезинфекция на первом месте. Просто немножко грязная, еще помыться надо. А я теперь залезу, посмотрю. Подводную лодочку, да? Да, там такое. Память возбуждает. Да я ж не на подводной служил. Ну что, не причалились? Не причаливались к вам никогда? Нет, причаливались. Я говорю, вот и лезет. Классная штука. Если бы было море пива, я бы дельфином стал счастливым. А, чиллер. Наш чиллер. Холодильный агрегат. Бак? Ну да, это ж бак с пропиленгликолем. Да, утепленный тоже. Ага. Адская машина. На сколько киловатт? 11,4 О. Мне надо пол Харькова напоить. Эффективность этого оборудования, вот варочного цеха, да, оно актуально, когда будет 12. Когда 12 ЦКТ? Да. Ну, понятно. 100% мощность, да. Ну, КПД самый большой, потому что это все энергосберегающие технологии по бойлеру, там, по... Да, имеет смысл при ежедневных вахтах. Да. Так, это паспорт, это наш паспорт. Угу. Отдайте, пожалуйста. Ну да. Папа, вот такое у нас оборудование. Будем изучать. Так, еще наша СИП-мойка, глянем. Вот она. Ох, ёханый было. А здесь головка будет, да? Да. Шток
и головку. Я понял. Это для двух кегов. Это щелочной кислотный бак. И ополаскивание. Ну, сначала ополаскивание, потом соль, потом кислота. О, сразу. Это наш будущий проточный охладитель, да? Теплообменник, да. Понятно. Да. Еще не собран. Ага. Проверяли. Мелит. Конечно. Мотор. Ага. Будь здоров. Бойцы. У меня вопрос. Кстати, пшеничка, она же твердая. И моя домашняя, она плохо цепляет и плохо мелит. Это как? Это мелит все. Все? То есть и камни можно кидать, да? Можно, но недолго. Я понял. Ну что, нагрелась. Можно посмотреть, как работает. А, красота. А мешалка, получается, снимается, и можно ее помыть отдельно, да, если? Обычно моется это все. Нет, ну я смотрю просто... Где снимают? Да. Есть возможность снять. Положить, надо. Да, снимают. Где булькает? А, вот она булькает. Ну, уже тепленькая. Мы подъехали к офису на старое место. Мы здесь уже были. Будем подписывать документы. Пошли. Подписали окончательные договоры на приобретение оборудования. Все, оборудование наше. Ура. Я успел. Успел. А вот кто приехал. А. Ну, вперед. Подписали. Едем обратно в Киев. Берем в гостинице номер. Ночуем. Отдыхаем. Вечером идем пить пиво. На Крещатик. Вот. А завтра приезжаем, будем делать тестовую варку на нашем оборудовании. Привезут солод, вот. Сварим настоящее пиво, посмотрим, как оно получается уже в реале. Так что до завтра, встретимся на варке. Интересный райончик такой, игрушечный город я его называю, такой киношный, под старинный стиль, домики, интересно очень. Ходить можно? Ходить, да. Дышать можно, ходить. Слава Богу. Нет, просто они сами делают некоторые фотографии, поэтому не знаешь, кто для чего использует. А, я понял. Но они сами придумывают. Обычно руссо туристо, облико морали. Ясно, хорошо. Броня Прокоповна и господин Голохвастов. А? Нос натер. Ручки натерты. Кто?
тоже нос натер. Софиевский собор. Церковь, а это, видать, старая церковь, купола еще деревянные. Будем снимать дегустацию. Попробуем. Давайте. До встречи. И пивоварня. И пивоварня. Запах похож на мою. Хорошая пиво. На мою пшеничку похоже, что это. Сказал, да. В один, слышишь? Они, наверное, были, стоят там. Нет, отличается. Запах какой-то более нежный, что ли, не знаю. Какой-то более нежный запах. Вкус похож. Классно. Ну, ребята, я без ложной скромности близок. Так что рецепт зачетный. Рекомендую. Практически по Улане. Бонзай! Слушай, надо биться! Княгиня Ольга, да? Здравствуйте, барышня, мы с вами сегодня еще не здоровались. Министерство закордонных справ. Закордонные справы там решаются. Да, тут вообще. А вот подсветка классная, да, флаг? Ага, наш государственный. Да, получился.
ночью с подсветочкой красивее становится. Ну да. Автобус, кофейня. Двухэтажный автобус, кофейня. Ну такого я еще не видел. У нас такие есть, в принципе. Но они стоят, они не ездят. Не ездят? Нет, ну он живой. То есть нет, как бы он ездит, по идее. А у нас ездят эти пати-бас называется, там дискотеку внутри крутят. Нет, такие, да, это и в Харькове, да, есть. Но вот кофейню я не видел. Кофе-бас. Ну что, друзья, утро следующего дня. Половина шестого утра. Подорвались и вперед на автостанцию ехать в Белую Церковь, проводить варку. Все, поехали. Так, приехали на завод. Сейчас будем пробную варку делать. Ребята подготавливают. Вы хоть объясняйте, что включаете, не включаете. Рецепт пишешь? Не? На 14% это сколько? 80 килограмм, да, на 300 литров надо? А начальная заливка воды сколько? Сразу 300 литров? А на промывку? Вообще 435, да, получается? Пошла вода. Вначале вот это относится. Но это температура рубашки нагрева. Это мы выставляем. А как выставляем? Очень просто. Кнопочка. С самого низу, да, конуса? Да. Ай, красота! Thank you.
весь уходит. Так, начинаем фильтрацию. Вроде уже немножко отстоялось. Перекачиваем обратно варочник. Не успели мы всю варку просмотреть, оставили на фильтрации, только началась отварка там с хмелями, надо нам ехать, билеты уже куплены, поэтому покидаем мы Белую Церковь и едем в Харьков, ждем наше оборудование уже на месте. Ну что, вот мы на вокзале, закончился наш вояж в Белую Церковь. Спасибо Алексею. Всегда, пожалуйста. Да, очень нас выручил, возил туда-сюда, мотались 2 дня. Все нормально у нас получилось. Поездкой довольны? Довольны. Довольны. Оборудование как бы нормальное. Все, мы теперь ждем его у нас на монтаж. И будем варить его. До свидания, Киев. До свидания. Привет. Киев, да. Все, пока.